Во всяком случае, до перерыва не пропустить. Шевченко с мячом. И 2-1. Не успел начаться второй тайм. И все разговоры о том, как тут Депортиво с итальянцами играл. И как удачно оборонялся, уже далеко в прошлом. Два мяча в течение, по сути дела, двух минут пропускает Депортиво. Перерыв, по большому счету, его нельзя выносить за скобки. Он был, этот перерыв, и должна была команда, что одна, что другая, но прежде всего Депортиво, понять, как, в каком настроении начинать второй тайм. Вот это не то настроение.